В этом видео расскажем о сращенной тетиве из лиственницы. Тетива изготовлена из ламелей шириной 25 мм. Использование таких узких ламелей обеспечивает прочность изделия. Ламели склеены методом закрытый шип, то есть на поверхности видны ровные стыки. Также на сращенной тетиве возможен легкий перепад цвета между ламелями. Тетива из лиственницы представлена у нас в двух сортах – АЕ и А. Качественные характеристики этих сортов одинаковые, отличие только во внешнем виде изделия. Для наглядности распакуем тетиву сорта АЕ и сорта А и сравним их. Как видите, на лицевой стороне тетивы сорта АЕ нет никаких дефектов. Чтобы убедиться в этом, рассмотрим поверхность изделия вблизи. В отличие от сорта АЕ, на лицевой стороне тетивы сорта А допускаются небольшие смоляные карманы и мелкие темные сучки. Рассмотрим поверхность вблизи. Перевернем тетиву и сравним сорт АЕ и А с оборотных сторон. Как видите, оборотные стороны обоих сортов идентичны. На поверхности могут встречаться одинаковые дефекты. Небольшие темные сучки, смоляные карманы, сердцевина. Допускается легкая синева на отдельных ламелях. Отметим, тетива монтируется оборотной стороной к ступеням, за которыми дефекты на поверхности скрываются. При выборе между сортом АЕ и сортом А стоит ориентироваться только на лицевую поверхность тетивы. Если вам нужна тетива без единого дефекта на лицевой стороне, отдайте предпочтение сорту АЕ. Если хотите сэкономить и вас не смущают мелкие сучки и смоляные карманы на лицевой поверхности, выбирайте сорт А.